Приветствую, друзья! Сегодня у меня необычное видео. Ну, как вы знаете, я люблю коньяк, в основном Сарджишвили, конечно, ну и также французские, но еще впереди много, что мне предстоит попробовать. Но сегодня я решил попробовать, как вы видите, множество стаканчиков, тоже любимый напиток, а именно наливка деревенька «Графиня Вишня». Производство — Республика Мордовия, город Саранск. Саранский ликероводочный завод. Но, как говорится, ей стоять не надо. Она основана на солодовом спирте. Спирт Альфа. Если кому-то об этом что-то говорит. Иногда я люблю посидеть томными, холодными вечерами. Полечиться, так сказать. Она очень помогает, кстати, если заболели. Но это лично мне. Я никого не планирую, наоборот, привлекать к этому напитку. Это все-таки алкоголь. Но мне он лично помогает. Также можно встретить в магазинах тоже того же завода, но уже клюква. Это зимняя клюква. У них есть еще производство летняя клюква. По-моему, солнечная называется. Но я ее в магазинах не встречал. И есть еще черноплодная рябина. Тоже в магазинах ее не встречал. Вот все, что мне удалось найти, мы сегодня распробуем. Лично я в основном пил только графиню вишню. Данные напитки я недавно узнал, что они тоже есть. И тем не менее, попробовать их стоит. Буду ставить, надеюсь, всем видно. Буду ставить, чтобы было видно, за каким бокалом какая. Так. Брусника, тоже настойка сладкая, того же завода. Сразу разолью, чтобы потом по очереди попробовать. Очень здорово тут упаковано, мне нравится. Легко открывать, без всяких усилий. Кому интересно, дата разлива здесь разная. В данном случае это 19-й год, ноябрь. Этот напиток июнь 20-го, тоже июнь 20-го. Есть еще зимняя рябина на коньяке. Я помню, очень давно пробовал рябину на коньяке, но мне не понравилось. Ну, тогда я еще не любил алкоголь. Давно это было дело. Посмотрим, как сейчас. Плохо открылся в этот раз. К сожалению, бокальчики у меня такие, разные. Надеюсь, ничего страшного. И вот одна из редких, это солнечная бузина. Я не знаю, какая бузина ягода на самом деле на вкус, но попробуем, какая она в напитке. Состав у всех предельно прост. Настойка на солодовом спирте Альфа. Вода питьевая исправлена, спирт этиловый. Ну и, соответственно, сахарный сироп добавили. Здесь 19 градусов объем. Если вам видно. Точнее, не объем, объем 0,5, а 19 градусов крепость. И, соответственно, разные добавки разные. Здесь, например, концентрированный сок бузины. Значит, здесь везде концентрированный сок используется. А также в пятерочке за 200 с небольшим рублей я взял архангельскую для сравнения. Это брусника. Здесь у нас 30 градусов уже. По сравнению с деревенькой 19 градусов это просто ничего. Но здесь пишут, что это настойка на основе купажа. Сделано, собрано вручную северные дикорастущие ягоды и травы. Также здесь написано, что она выдержана в дубовых бочках. Интересно. Настойка выдержана в дубовых бочках. Насколько это правда, я не знаю. Так, производство. Так, это Россия, Архангельская область. Город Архангельск, набережная Северной долины.
Состав. Вода питьевая исправленная, то же самое спирт, но уже здесь сырье люкс. Сок спиртованной брусники, морс спиртованной брусники. Сахарный сироп, морс спиртованной черники, настой спиртованной аниса, настой спиртованной цветков липы, настой спиртованной чабреца, настой спиртованной растительного сырья, лист брусники, побеги черники, чаши листики, морожки, ну и регулятор кислотности. Бутылка, кстати, очень красивая, мне нравится такой необычный дизайн. Ну, посмотрим, что она себя представляет на вкус. Пока просто разолью, чтобы потом не тратить на это время. Здесь уже сложнее открыть. Если здесь металлическая используется, то здесь уже обычный пластик. Ух, как ее открыть-то? Надо было подготовиться. Во. Здесь обычная пробка, откручивающаяся. Что мне нравится в деревеньке, так здесь сделан дозатор. Но это, конечно, не совсем удобно, все равно получается, что проливаешь. Мне больше по душе именно простые. Итак, первое пробуем то, что обычно я всегда пью. Это у нас графиня вишня. Аромат ягода, чувствуется ягода, как раз вишенка и чувствуется. Я взял разные стаканы, чтобы не смешивать аромат со вкусом, с другими напитками. Приятный такой. Он пьется как морс, именно вот как сладенький морс. И спирта здесь вообще не ощущается абсолютно никакого. Его прям можно наслаждаться, довольствоваться. Ну, конечно же, в меру. Так как он сладкий, сахара здесь достаточно много. А сколько здесь сахара у нас? Смотрим. Так. Не написано, сколько сахара. Ну да ладно. Но чувствую, что здесь его набухали достаточно. Приятный напиток. Проверяем следующий. Что у нас следующее здесь? Так. Угу. Клюква. Клюкву ягоду я сам не люблю, но напиток, думаю, будет вкуснее. О, да. Вот по части аромата здесь каждый напиток, я думаю, что и архангельская не подведет, отличается именно по ягодам, по составу. Да, мягкая, плотненькая такая, но вкус четко различим. Именно ягодный вот этот сладкий. Но это опять-таки на любителя, это десертная вещь, сладкая. Ну, девочкам понравится, я думаю, девушкам. Следующий, переходим, как говорится, не отходя. Брусника. Бруснику я тоже пробовал, ягоду, но в напитке ни разу. Да, также спиртозности здесь никакой нет. Даже крепость не ощущается, не обжигает ничего. Хотя спирт 19 градусов должен давать что-то, но он не дает такого эффекта. Пьется как компот. Сразу же, не отходя от кассы, переходим к следующему. Да, конечно, многие подумают, что я смешаю сейчас все, но деревенька отличается очень сильно и ароматом, и вкусом, и не перебивает. Бузину я никогда не пробовал. Это бузина. Нет, это рябина на коньяке, прошу прощения. Она даже по цвету отличается. Но рябина на коньяке, конечно, на любителя. Такая специфическая. Я бы даже сказал, как будто там выдержанная. Солнечная, редкая. Бузина барыня. Только в двух магазинах я нашел именно вот эти вот напитки. Только в двух.
Остальные еще где-то попадаются в других. Это галерея градусов и Алкоплаза в Москве. Бузину, ягоду я не ел. Попробуем, что у нас представляет именно напиток. Тоже 19 года. Приятный, вот мне он нравится очень. Теперь я знаю, какая на вкус бузина. И, наконец, мы добрались до Архангельской. Она будет уже покрепче, если верить описанию 30 градусов. В аромате брусника чувствуется, да. И больше ничего. Попробуем. Ух, простите. Здесь спирт, конечно, бьет в нос. Сразу. Вещь дешевая, сразу скажу. Но отличие от этих напитков, этот крепче. Я не могу сказать точно, что он выдержан или нет. Но спирт здесь ощущается в первую очередь. Потом уже добавляется вкус брусники. Ну или что тут, сиропы какие-то намешали. Я даже не уверен, что это брусника. Потому что намешали здесь настойки в этой. Как раз то, что они написали, я думаю, есть. Но я почувствовал именно вот какую-то травку. Это точно, траву я почувствовал. Я не могу отличить какую, но этот по сравнению с деревеньками. Деревеньки – это наслаждение. Это уже посерьезнее, покрепче. Но я думаю, своего любителя он все равно найдет. Я не скажу, что он плохой, но он крепкий. Ну что ж, на этом, пожалуй, закончим обзор. Всем приятных напитков и удачи. Пока.